Есть такие сервисы, не пользоваться которыми в наше время высоких технологий не то что было бы стыдно, но как-то не солидно. В их число входит и одна из самых крупных и посещаемых торговых площадок мира – гипермаркет AliExpress.com, где каждый день совершают покупки миллионы пользователей. Это онлайновый мост между продавцами из Китая, Тайваня, Гонконга, Индии, Турции и покупателями со всего мира. И, по крайней мере, зарегистрироваться здесь должен любой, кто считает себя современным человеком, идущим в ногу со временем. Тем более, что процедура регистрации проста, совершенно бесплатна, как и членство, не требует платежной карты и занимает не более минуты вашего времени. Для начала зайдите на веб-сайт aliexpress.com. Площадка уже давно получила полноценную русификацию, и сложностей у вас возникнуть не должно. В любой момент вы можете сменить региональные настройки, выбрав флажок в правом верхнем углу экрана. Сразу нажимайте «Регистрация» и переходите к заполнению данных для создания учетной записи. Также вам предлагается авторизация через социальные сети ВКонтакте и Facebook. Конечно, вы можете воспользоваться данной возможностью, но мы этого делать не рекомендуем и советуем вам создавать отдельную полноценную учетную запись. Вообще в вопросах, связанных с покупками, сервисами, оплатой, вообще воздержитесь от гостевых заказов и авторизации через социальные сети. Внимательно заполните регистрационную форму на английском языке, латинскими буквами. Это важное условие. В противном случае у продавца ваши данные могут отображаться неверно, если у него на компьютере не установлен кириллический шрифт. Мы же заполним форму абстрактными данными для наглядности. Можете ее использовать для примера. Электронная почта или email. Он будет идентификатором вашего аккаунта на AliExpress. Имя и фамилия. Вводится на английском языке, латинскими буквами. К доставке и получателю купленных товаров на данном этапе это отношение не имеет. Эти данные вводятся позднее. Даже если вы ведете при регистрации псевдоним, все равно ничего страшного не произойдет. Придумайте и подтвердите пароль. Желательно, чтобы пароли для различных сервисов отличались и не были слишком простыми. Но смотрите, не переусердствуйте. Сложные пароли легко забываются, и их придется восстанавливать. Введите код с картинки. Это защита от автоматических регистраций. Если код не отображается, нажмите «Обновить код». Поставьте галочку напротив «Бесплатное членство на AliExpress». Это подтверждает то, что вы принимаете стандартное пользовательское соглашение. И нажмите на кнопку «Создать ваш профиль». После этого, если все заполнено правильно и никаких ошибок нет, вам сообщат об успешной регистрации, и вы перейдете на стартовую страницу AliExpress, но уже как зарегистрированный пользователь. В этом вы сможете легко убедиться. Сайт назовет вас по имени. Сразу же перед вами открывается панель управления персональным аккаунтом. Давайте пройдемся по ее основным разделам. «Мой AliExpress». Это личный кабинет пользователя, где собрана вся информация о его активности. Покупка, оплата, доставка, споры и так далее. «Мои заказы» — это быстрый доступ к информации об оформленных пользователем заказах. «Центр сообщений» — это панель, где ведется переписка с продавцами, а также службой поддержки. Обратите внимание, что здесь круглосуточно присутствует возможность связаться с вашим виртуальным агентом, которому можно задать любые вопросы. Не стесняйтесь обращаться. «Мои желания» — это ваши закладки, куда можно добавлять приглянувшиеся товары и иметь к ним доступ с любого устройства. «Любимые магазины» — это тоже избранные, но сюда уже добавляются не товары, а продавцы. «Мои купоны» — скидочные купоны, которые вы получили от AliExpress. «Мои баллы» — заработанные и начисленные за участие в промо-акциях бонусные баллы. «Мой Alipay» — это внутренняя платежная система портала AliExpress. Принцип работы у нее тот же, что и у всем известного PayPal. После регистрации необходимо добавить детали платежной карты. Регистрироваться для оплаты товаров, купленных на AliExpress, здесь не обязательно. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарии. Ну еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты, там много интересного.